Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам про уникальный подход к образованию подростков в Ереване. Это здание ТУМО – Центр креативных технологий. И уникальность центра – это не просто громкие слова. Учиться в ТУМО может любой подросток от 12 до 18 лет, и причем совершенно бесплатно. Всего ТУМО предлагает своим ученикам 14 направлений обучения, и каждый ребенок составляет собственный учебный план, который можно скорректировать в любой момент с учетом изменившихся предпочтений. Штаб-квартира этого колледжа находится в Ереване, но также она имеет много филиалов в разных городах, таких как Москва, Париж, Бейрут, Тирана, Берлин, Киев и других городах Армении. А основателем этого центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян, а также Сильва Симонян. Генеральным директором же является Мари Лупапазян, которая разработала образовательную программу и возглавила все усилия по проектированию и строительству первого объекта в центре Еревана. Армянский центр ТУМО возглавил рейтинг самых инновационных школ мира. А рядом с центром креативных технологий находится уютный парк, расположенный в ущелье реки Раздан и носящий имя Туманяна. Вот по нему я предлагаю вам прогуляться сегодня. Парк чистый, красивый, уютный, зеленый, ухоженный. Можно подобрать море прилагательных, описывая это место. Великолепные виды на природу Армении. Получила много положительных эмоций.
ужасно.